Всем привет, меня зовут Алима Балатбек. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду рассказывать о своих покупках и как я интегрировала их в весеннюю капсулу, так скажем. Это то, что я буду носить весной. Очень волновалась, кстати, очень давно вас не видела, не держала камеру. Надеюсь, вам понравится это видео. Поехали. В основном все мои покупки были от бренда Lime. Это российский бренд, который появился недавно у нас в Алматы и уже занял мое сердечко как потребителя. Я хочу сказать, что я довольна их качеством, ношу их вещи постоянно. И в целом, давайте начнем. Первое, что хотела вам показать, это нижнее белье. Так сразу неожиданно я врываюсь к вам со своими трусишками. Но это то, что я не могу показать на себе, поэтому я покажу отдельно, остальное я покажу уже в образах. Вот такой шоколадный набор я взяла, это трусики и бра. И я вам очень рекомендую обратить внимание именно на белье, нижнее белье в этом бренде. Я не люблю косточки, чашечки, поэтому для меня это идеально. И еще взяла вот такой бралет, уже более такого закрытого плана, для того, чтобы носить с одной кофточкой, которую я тоже вам покажу. Она прозрачная и как раз такого же цвета, и мне кажется, под многие другие аутфиты этот бралет мне неоднократно понадобится. Что я могу сказать? Отлично просто сшито, качество отличное, я как дизайнер уже разбираюсь по шиве. И здесь очень приятная ткань, то есть здесь 10 из 10 по пошиву, по ткани, по посадке, могу сказать, бельишко на десяточку. Все, давайте аутфиты покажу вам. Сегодня хочу показать вам свои аутфиты на весну, которые я собрала в Lime. Мне очень нравится этот бренд, мне подходит их лекало, нравится качество. У меня уже много вещей оттуда, я предпочитаю покупать там именно базу. Здесь у меня песочные джинсовые карго на низкой посадке и лонгслив в мелкую дырочку. Сейчас этот тренд. Джинсы у меня в размере M, без ремня они будут сидеть прямо на бедрах. Буду носить их с пальто, бомбером или как тут с кожаной укороченной курткой, лоферами или кедами и винтажными сумками. Так, пожалуй, и буду ходить этой весной. Из-за того, что образ сам по себе такой спокойный, бежевый, его можно приправлять яркими аксессуарами, например, цветным жилетом. Я выбрала зеленый, потому что очень хочу приблизить весну и скупаю сейчас все зеленое. Обратите внимание на джинсовые изделия в Lime. Сидят великолепно. Это буткат на средней посадке. И вот просто настоятельно рекомендую присмотреться к боди. Они есть в красивых базовых оттенках и подходят для тех, кто не любит показывать зону подмышек и поэтому не носит топы-халтеры. Кстати, боди-халтеры тоже есть. Еще эти топы утягивают и сделаны из мягчайшей микрофибры. Да, и еще раз посмотрите на посадку этих джинсов. Я буду носить их с пиджаками, как обычно, сейчас надела с укороченным. Эти же джинсы есть на низкой посадке и в более светлом оттенке. Джинсы выполнены из 100% хлопка. И тут я выбрала такой же боди, но в другом оттенке. И он не менее прекрасен. Это красивый шоколадный цвет. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.